И всем привет, дорогие друзья, с вами StavaKane, и мы продолжаем смотреть моды для Майнкрафта. Это уже 409-я часть наших обзоров, и, друзья, сегодня у нас будет очень взрывоопасный выпуск, друзья, потому что сегодня у нас будет мод, который добавляет нам Samsung Galaxy Note 7 в Майнкрафт. Я думаю, все знают историю про то, что они взрываются и взрывались и будут взрываться. Я не знаю, их то есть везде запретили, в некоторых даже в аэропортах их нельзя проносить в самолет. То есть, я думаю, многие слышали эту историю. Поэтому сегодня, друзья, мы посмотрим на мод, который добавляет нам это чудесное приспособление. Поэтому что ж, если вы хороший, добрый, милый и прекрасный человек, можете поставить лайк, а можете поставить дизлайк, если хотите. Вы выбираете сами, я ничего не знаю. Что ж, давайте перейдем все-таки сразу к мобу. Первое, что нам нужно взять, это стол зачарования, хотел сказать. Нам нужен верстак, друзья, потому что теперь мы будем крафтить наш Samsung Galaxy Note 7. Боже, какое длинное название. Что ж, для этого нам понадобится всего лишь-то 7... железных слитков. Давайте возьмем 64, потому что я крутой. Один золотой слиток и один редстоун. Отлично, мы взяли целый стак, потому что мы молодцы. Теперь все это мы кладем вот таким вот образом. Железо сюда, редстоун снизу. И мы получаем аж целых 3 штуки Galaxy Gold 7, друзья. Да, он действительно называется так, потому что копирайт, друзья, потому что копирайт. Вас могут забанить, вас могут просто найти в вашем доме и просто за вами приехать и забрать вас за то, что вы использовали Samsung Galaxy Note. Нет, здесь он называется Galaxy Gold. Хорошо, что ж, когда мы берем его в руки, мы сразу можем обратить внимание на название марки, друзья. Это у нас Samsung, да. Samsung — это новое поколение смартфонов, друзья, я думаю, все видели Samsung. Я думаю, вообще, подделки — это, конечно, очень веселая штука, потому что я все время все поддельное делаю. Мой канал поддельный, друзья, мои видео поддельные, здесь все очень поддельно. Что ж, окей, что же мы имеем? Это у нас Galaxy Gold 7 от фирмы Samsung. Что с помощью этой штуки вы сможете сделать? Единственное, что вы сможете сделать с этой штукой, а я вам не сказал, что мод очень-очень маленький, это взорвать, друзья. Взорвать... Давайте я выйду из креатива. Взорвать себя, друзья. Да. Вот таким вот образом работает Samsung Galaxy Gold 7, друзья. Что ж, вы просто этим самым подходите к любому вашему другу, вы можете ему дать, на, поиграй с телефоном. Кстати, смотрите, можно посмотреть на его заднюю панель, давайте мы его поставим вот сюда. Вы можете видеть, выглядит он отлично, да поставься ты. Выглядит он просто на Galaxy Gold 7, еще сзади написано, очень здорово. И вы можете просто подойти к другу, чувак, слушай, возьми мне телефон на секунду, мне нужно позвонить, хотя... Если тебе нужно позвонить, это странно, чтобы отдаете телефон другу, но неважно, я Кейн, я так могу. Друзья, да, то есть, что происходит, вы просто нажимаете на правую кнопку мыши, и вы взрываетесь. Да. Самый полезный мод в Майнкрафте. Отлично. Что ж, давайте теперь проверим одну вещь, которую я даже сам не проверял. Я хочу одеть на себя полный сет алмазной брони и посмотрим, сможем ли мы выжить, взрываясь с помощью Samsung Galaxy Gold 7. Давайте мы одели полный сет брони, теперь мы выйдем из креатива и посмотрим, взорвемся ли так. Нет, друзья, все-таки с броней вы не взрываетесь, но вам дает отравление на аж целых 3 секунды, друзья, 3 секунды, бегите, спасайтесь, это очень много. Вау, такого никогда не видел. И в принципе, это все, что добавляет нам этот мод. Я вижу, что этот мод просто супер маленький, но я просто должен был вам его показать, потому что это Samsung Galaxy Gold 7, друзья. Я думаю, это стоит вашего внимания. Так что, если вам понравилось это видео, друзья, можете поставить лайк, оставить комментарий. Мне кажется, я очень далеко улетел. Оставить комментарий, подписаться на канал, поставить колокольчик. А с вами был Летающий Кейн. Кстати, реально можно спокойно летать с помощью этих. Просто посмотрите. Я даже такого не ожидал. Это очень красиво. Это очень здорово.
А с вами был Кейн, друзья, и до новых лам.